Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня ангелы советуют. И это тройка Габриэля. Вы сделали несколько хороших решений, и теперь результаты приближаются. Пока вы ждете их, это отличное время для обдумывания ваших следующих шагов. Хорошая идея сегодня – это долгосрочное планирование. Какого следующего приключения вы хотите? Какие действия необходимы, чтобы воплотить это приключение в реальность? Возможно, вам придется передвигаться по делам, путешествовать по делам. Просмотрите все варианты. Главное, сохраняйте высокий энтузиазм. Работа, которую вы проделали до сих пор, даст фантастические результаты. Так что не беспокойтесь. Если вам потребуется некоторое время, чтобы получить отдачу от ваших финансовых или энергетических инвестиций, просто наберитесь терпения. И дополнительные значения этой карты – это уверенность в себе, работа в коллективе, оптимизм и результат, которого вы ожидали.